Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в новый видосик. Ребята, ну что, добавили обновление. Я вам говорю, что это обновление будет нереально большим и нереально крутым. Друзья, у нас в сливах то, что я показывал, все добавили. Плюс еще кучу всего, чего я даже и не знал. Друзья, у нас добавили новые звезды, добавили кучу всего нового. Новых юнитов, какой-то фонтан, эксклюзив виш. Короче, сейчас мы все это чекнем, ребята, это очень круто. Я в шоке, мне уже не терпится. Конечно же, новые секреточки, новые мифики, ребята, ну а вы не забывайте, что у нас в нашем телеграм-канале проходит сразу два конкурса. Ребятки, у нас один конкурс на секреточку, а второй конкурс у нас на аккаунты, которые я в предыдущем ролике покупал и сейчас отдаю своим подписчикам. Так что заходите в телеграм-канал, участвуйте в конкурсах, подписывайтесь на канал, ставьте лайкусики, а я начинаю, погнали! А спонсором ролика выступает сайт FanPay, где вы можете купить робоксы, петов и многое другое в любой игре. Все, что вам нужно сделать, это найти нужную игру в списке, выбрать, что хотите купить, проверить продавца, купить предмет, после чего получить предмет и подтвердить сделку. Покупайте робоксы и предметы в любимых играх на FanPay. Лучший сайт, который экономит ваше время и деньги. Ссылка в закрепленном комментарии. Итак, ребята, апдейтс. Так, значит, одна секреточка, три мифика, легендарка, Hall of Mirrors, game mode, 4 difficulties, то есть 4 сложности. Выживай 30 минут, получай награды за каждую фазу, play with up to, играй с 10 игроками сразу, получай эксклюзивные награды. Дальше, story mode. Вот, ребята, добавили одну новую карту и 6 новых чаптеров. Плюс Infinity Level. Потом, ребятки, у нас эксклюзивный виш-баннер. Новые 4 юнита. Легион Командер, Легион Ассасин, Легион Ветеран. Этого желания в Nightmare Mode. In Hall of Mirrors. Чё себе? Balance and Mix. Добавили новую Star Fruit. Light называется. Враги теперь имеют 6-секундный иммунитет. Нифига себе. Бафы не стакаются. Очуметь, ребята. Ребята, давайте сразу посмотрим, что у нас тут по звездам, где они. Вот она есть, ребята, смотрите, есть звезда. А, я не могу зайти, потому что нужно сначала story mode. Давайте сначала story mode пройдем, пока есть халявная звезда, быстренько. Давайте, так, где он у нас? Вот, Crystal Cave, погнали. Так, тут у нас новая еда, ребята, офигеть, прикольненько, прикольненько. Так, нам нужно сейчас ее пройти. Вот он, ребята, видите, на заставочке Shadow Dragon. О май гад, как красиво, как темно и как красиво. Так, а что тут, где тут, куда тут, куда идти, не вижу. Не вижу. Вот здесь, наверное. Нет, не здесь. Вот здесь, вот они. А что такая маленькая карта? Офигеть. Так, давайте сюда ставим. Так, кто такие идут у нас? Слайм монстр. Найс. Так, а что, деньги давайте, давайте деньги. 800, еще 1500 нам надо. Нам надо 1500. Ребята, тут, конечно, она коротенькая, пипец. Это что такое вообще? Как так сделали? Прикольно. С одной стороны, типа, да, а с другой стороны, типа, нет. Потому что, ну, быстро... А что оно их не сносит, я не понял. А, у них щит, наверное. У них, наверное, щит. Все, я понял. Либо что это у них? Или у них вот эта вот штука, которую только что я прочитал. Нет, щита нет. Получается, по два раза по ним нужно бить. Нифига себе. Так, хорошо. Но мы сейчас их быстренько снесем. Так, давайте вот ставим вот так вот, раз. И вот этого чувака ставим вот здесь два. Кстати, ребята, я только сейчас понял, когда я сделал ему эволюцию, что он призывает других чуваков. Таких же, вот они сейчас будут идти. Вот он призывает. Я только за геймера поставил, он призывает. Ну, понятно, он в аниме тоже призывал. И здесь призывает. Ну, прикольно сделано, но только на эволюции. Поняли, как она работает? Так, давайте, фигащи. Так, а где я поставил? А, вот он стоит. Я уже испугался, что они его снесли. Так, баф, Bat Monster. Bat Monster, он летающий, и его сносить могут только вот эти вот чуваки, по-моему, которые у нас гибридные. Да, видите, они сюда доходят. Так, ну окей, мы тогда все равно ставим сюда еще вот этого чувака, чтобы быстрее было. Ставим еще одного призывателя нашего за геймера. Ставим еще одного вот этого чувака. И еще одного вот этого чувака. Все, отлично. Так, теперь нам нужно, наверное, что-то слишком сильно, ребята. Какие-то они все сильные, пец. Вот, пошла бандейка, смотрите, пошла бандейка. Сколько их у меня тут уже призванных. Армия теней, давай, давай, фигач. Все, у нас 12-я волна, отлично. Мы сейчас нормально идем, нормально справляемся. Нам ничего не надо, ребята, секретки, конечно, рулят. Единственное, наверное, можно одного отсюда убрать. Вот этого чувака. Вот так вот, потому что мне нужно его сюда поставить, он мне уже так далеко не нужен, будем гибридных валить. Вот, так, и этого мы тоже, наверное, уберем. Отлично, так, 13-я волна. Ну, медленно, конечно, идет, пипец. Они тут сильнее, эти мобы. Главное успеть, ребята, пока челлендж не пройдет. Вот это будет жестко вообще, но тут так темненько. Я хочу вам сказать, темненько, пипец. Но красиво, ребята, я вам скажу. Предыдущий, получается, последний гейммод, который story, которая карта последняя, с этим снегом, это вообще нифига не было видно, ребята. Я не знаю, как у вас на мониторах, но у меня на мониторах вообще нифига не было видно. Ну, мне плохо было видно, точнее. Не прям нифига, но плохо, мне было неудобно. А тут хотя бы тут нет этого ветра
со снегом, и хотя бы нет такого вообще, такой пурги, которая била тогда и не было нифига видно. Поэтому мне, конечно, я уже ждал, когда добавят Toy Story мод, чтобы можно было нормально играть, ребят. Так, 15-я волна, давай, Босяра, вот, Босяра идет, Magic Crystal Golem, чик, чик, и все, и Босяры нет, отлично. Мана Кристалл, Кристалл Маны нам дали, 4 штучки. Враги имеют 6-секундный иммунитет, вот, поэтому мы не могли их завалить, понятно. Так, теперь давайте быстренько за звездой, давай за звездой. Сколько осталось? 16 минут, вот это я, конечно, протормозил. Ну, Chapter Unlocked, я не прошел, ты что, серьезно, не может такого быть, не может такого быть. Как так, ну... А, нужно полностью его пройти, ребята. Я, походу, не успеваю. 4 минуты. Раз, два, три, четыре, пять. 25 минут мне нужно, чтобы пройти. Прикиньте, вот это я поздно зашел. Почему ты, Фанрикс, так поздно зашел? А у нас осталось 15 минут. Я не успеваю этот чаптер пройти. Ну, ладно. Бог с ним. Мы сейчас по-любому его достанем, эту звезду. Так, давайте смотреть, что у нас по желаниям. Что это такое? Что это такое? Ага. Shadow Dragon, Legion Commander, Legion Assassin, Legion Ведь. Ветеран. Так, а за что? А где мы зарабатываем? Где зарабатывать вот эти звезды, ребята? Где их зарабатывать? Что-то пока непонятно. Сейчас мы поймем, наверное. А, ага! Я теперь понял, ребята. Стандарт? Вот оно что! Вот оно что! Вы можете покупать баннеры, точнее, в баннерах юнита вот этих, только за вот эти вот звезды. Так, а звезды где берутся пока? Что-то я не понял, ребята. Вот, наверное, вот здесь, в Infinity, что? Или где звезды брать, ребята? Ой, не то сделал. Где звезды брать? А, наверное, в этом данже новом. Подождите, а где он, кстати? Я, о, вот он, Hall of Mirrors. Ну окей, давайте в него зайдем, посмотрим, а что делать? Так, звезды нет, здесь звезд нет. Что-то я не понял, а где звезды брать? Елки-палки, где брать звезды? Так, ну давайте зайдем, посмотрим. Изи, нам дадут 400 гемаса в Magic Mirror. Там какая-то мистика, ребята, я еще не понимаю, что происходит. 30 минут, выживи 30 минут. А, это получается, надо 30 минут здесь под тратить, что? Серьезно, что ли? Нифига себе. Так, ладно, давайте мы ставим тогда на денежку. Она нам по-любасику пригодится. А где? Что, нельзя ее здесь ставить? Не... А, нет денег. Подождите. Идут, чувак. Это первая, короче, получается, волна первого зеркала. Ребята, я говорил, что так будет. Что будут разные зеркала. С разных зеркал, походу, будут водить монстры на тебя. Так, 800 давайте ставим. Вот. Все. Теперь ждем. Ждем прихода денег. Денег что-то прям мало дают, ребята. 280. Прям мало. Малюсенько. Малютка. А если я раньше всех завалю, что будет? Вообще, я смогу раньше всех завалить? Бандит, 10. Ребята, мне даже нечего поставить на этого бандита. Что такое? Смотрите, он идет вообще, мне даже нечего поставить. Денег очень мало дают. Так, ну, я, наверное, какой-то хп солью. Какое-то количество хп я по любасику солью. Ну, потому что невозможно его тут поставить, смотрите. Мне даже 1000 еще нет. Смотрите, он идет. Ну, наверное, да, мы сольем. Давайте, мы сливаемся. Ну, тут немножко, точнее. Немножко хп сливаем. Так, 5 гемов нам дали. Чик. Слил нам 10 хп у нашей базы. 1500. Все, есть. Ставь его, наверное, где-то вот здесь. Вот. Прямо вот здесь, на краешке. Ой, фаст бандит идет. Ничего себе. Так, и давайте призывателя ставим, ребята. Призыватель нам, конечно, нужен. Но нам нужно сначала деньги. Что-то у нас деньги мало зарабатываются. Так, и это всего лишь вторая волна. А, вот вторая волна пошла, ребята. Пошла вторая волна, ребята. Это у нас новый этот. Они все по кругу будут идти, что ли? Офигеть. Хорошо, что я здесь его поставил. Так, давайте ставим вот так. Так, он задевает. Он задевает. Отлично. Так, где... А он призывает... А он будет призывать что-то? Я не понял пока. А, он должен сначала завалить, чтобы призвать. Все, я понял. Блин, странно, конечно, как-то так все работает. Интересно, ребята, два... Я уже 5 минут, ребята. 5 минут я уже здесь продержался. Ну, тут как бы первые, наверное, 15 минут вообще будет на изи. Посмотрим, что дальше, ребят. Так, третья волна пошла. Только я не вижу, ребята, где появился третий. Где у нас третье? Должно, по идее, типа, третье зеркало или что? Я буду орать, конечно, если сейчас будет появляться вообще тут где-то сзади. Вот это будет смешно. Вот это будет смешно. Так, ладно, мы тогда усовершенствуем, пока у нас волны идут более-менее нормальные. Мы пока усовершенствуем ее, чтобы она нам давала много денег. Нашу фермочку. Так, вот, фаза четвертая. Так, ну где? Я думал, что, ребята, поняли, каждую фазу появляется отдельно каждая вот эта вот линия, по которой они будут идти. А это, я так понял, они просто сильнее становятся. Ну, пипец. Ладно, давайте геймера вот тут где-то поставим, чтобы он их валил. И будем смотреть. О, призывается, да, ребят, смотрите. Когда геймер валит, он призывает. И причем с разных, видите, он с разных этих полосок призывает. Прикольно, все, нормально. Нормально идем. Геймер, конечно, рулит. Смотрите, сколько он тут призывал. Так, усовершенствуем, апдейт. 23 минуты. Ну, я думаю, что тут вообще на изи можно. Я понял, зачем, ребята, здесь 10 человек, потому что они, если со всех сторон будут переть, это будет просто жестко. Это будет жестко, реально.
реально. Вам просто не хватит места, чтобы все вот это вот все заполнить. А они сейчас, я думаю, будут переть со всех сторон, мне кажется. Сейчас посмотрим. 8 минут мы уже продержались. Пока что вроде все нормально, но мне что-то страшновато, если честно. Вот, новая фаза open. Так, где? Где третья фаза? Отсюда, что ли? Отсюда! Я так и знал! Ребята, я так и знал, блин! Я так и знал! Вот смотрите, совсем с другой стороны. Вот поэтому здесь человек и нужно, чтобы играло. Вы поняли? Хитро, конечно. Сейчас они будут валить, смотрите. Сколько? 1000? Нифига себе! Так, давайте мы тогда геймера отсюда снимаем. Пипец, деньги улетают вообще за нефиг. И ставим его вот сюда где-то. Вот так. Все, отлично. Папер Эспер. Короче, он, если я понял, он если на этой волне, получается, на этой полоске, на этой дорожке он слил, то тогда он на этой дорожке и призывает опять. Так, ну 20 минут уже становится не так легко, ребята. Уже становится не так легко и продержаться. Сейчас я пока их не буду усовершенствовать, этих геймеров, я просто их буду продавать и буду ставить там, где надо. Так стараться, чтобы они цепляли, ребята, несколько фаз. Получается, у нас 3 фазы сейчас. Прошло 10 минут. То есть, по идее, еще 3 фазы через 10 минут должно появиться. Пипец. И денег, ребята, дают не так уж и много, на самом деле. Фаза 6. Так, а ну-ка. Ничего не появляется. 6-я фаза. Пока что только 3 у нас, получается, дорожки. Так, и не уп... Вот, open. Open новая. Сейчас будет, где она будет, где она будет. Новое зеркало open. Вот оно, вот здесь. Блин, далеко. Офигеть, оно далеко вообще. Где-то в заднице мира. Ладно, мы тогда надеемся вот на этого чувака. Давайте мы его продаем вот здесь. И ставим так, чтобы он задевал всех. Вот тут мы его ставим. И, наверное, сразу ему апгрейд сделаем. Чтобы он нормально всех задевал. Выхода нет, ребята. Тут они валят жестко, смотрите. 880 у них хп, правда, но все равно, ребят. Так, тут у нас стоит геймер. Геймер пока что справляется. Тут у нас тоже стоит вообще один геймер на две полоски эти. Тут эти чуваки идут хорошо. Тут у нас стоит еще подстраховочка. В виде Годжа их фигачит тут. Сейчас они будут идти. Сколько у них тут хп? 1900. Надо. А сколько у него? Сколько у него дамаг? 18 тысяч. Сейчас он их тут закикает хорошо. Так, и все. По-моему, нормально идет. Нормально идет. Мы геймера не будем пока что усовершенствовать. Потому что если где-то пойдет сейчас еще одна полоска рядом, может быть, повезет. И мы поставим так, чтобы они задевало, чтобы он задевал вообще всех вокруг. Видите? Потому что он только вот здесь задевает. Сейчас посмотрим. Блин, ребята, такая движуха. В соло. Это пипец. Так, новая дорожка открывается, ребята. Я уже продержался 15 минут. А где она будет открываться? Кто бы сомневался, ребят? Кто бы сомневался, что она будет открываться вот здесь? Окей, тогда мы ставим сюда. Кого мы сюда ставим? По второго по силе нашего чувачка. И вот здесь мы его ставим. Вот так вот. Вот тут. Братачек, стой тут. Так, 6 тысяч. Давайте мы ему разочек его апнем. 10 тысяч. Все нормально. Все, я думаю, мы, ребята, на изи это пройти должны. Даже при том, что у нас нету. Смотрите, кого уже призывает. Уфо уже призывает. Пипец. Даже при том, что у нас всего лишь 2 геймера, я думаю, мы пройдем на изи. Так, и у нас открывается, ребята, новая дорожка желтая. Так, наверное, все-таки мы вот этого чувака отсюда снимем. У нас 11 минут остается, и мы его, ребятки, ставим вот сюда. Вот так вот сюда. Вот, отлично. Все, он теперь 2 задевает, и сразу 2 будет фигачить. Нормально. Можно еще его разочек пробустить, заапгрейдить. Вот так вот. 1, 2. Деньги у нас есть. Даже на 3 можно. Вот. Отлично. Все, ребята, справляемся. Получается, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут стоит у нас Кинг. Кинг тут фигачит. Тут стоит у нас, прикрывает Годжо. А тут у нас, получается, 1 геймер. И тут 2 геймер на 2 дорожки. Нормально я придумал. Нормально. Смотрите, сейчас они будут идти. Вот, уже идет с этой дорожки. Видите, он зафигачил. И уже с этой дорожки идут. Нормально. Так, 18 гемов нам дали сейчас. Ну, по чуть-чуть гемов дают, конечно. Но нам гемы не важно. Нам главное понять, как звезды зарабатываются. Так, а тут у нас тоже идут чуваки. Прям их много валит со щитами. Но я думаю, если не будет Годжа справляться, то тогда я сюда еще кого-то одного поставлю. У нас еще юнитов достаточно. И денег тоже нормально. Ну, это, ребята, изи. Пока что мы на изи проходим. Я еще буду проходить на харде. Я думаю, на харде будет жестко. Пока что мы проходим изи. Так сказать, ознакомливаемся, ребят. Так, и у нас открывается новая дорожка. Так, посмотрим, где. Вот здесь. Вот розовая. Не, подождите, а где она? А, вот она, красная. Все, я понял, ребята. Мы отсюда геймера снимаем и ставим ее вот сюда, чтобы он отсюда фигачил. Да, ребята, геймер спасает. Просто нереально. Просто нереально. Давайте мы его сюда снимаем и ставим его вот сюда. Вот так вот. Раз. И сразу делаем апгрейд, чтобы он все задевал. 2, 3. Даже можно 4. Даже можно... Где он? Вот он. Задевает. Даже можно 5. Даже можно 6. Все. Отлично. Смотрите, как он жестко все задевает. Это топчик просто. Без геймера, ребята, я бы, наверное, не справился, если честно. Получается, 7 дорожек у меня и 3
получается, контролирует один геймер, а тут две контролирует второй геймер. То есть из 7 дорожек 5 дорожек контролирует один юнит. Это жестко вообще. Но это топ. Так, и у нас остается 5 минут. У нас уже 13 волн. 7 дорожек открыто. Я думаю, что мы затащим. Изи, ну, на изи затащим на изи. А дальше будем смотреть уже, какие там режимчики. Точнее, какая там сложность. 4 сложности, ребят. Я думаю, что можно даже прокачать его до последнего уровня. Апгрейд. Чтобы он вообще доставал куда вообще. Прям, чтобы он вообще доставал до конца карты. Ну, он так не будет, конечно, но все равно. Так, 11 уровень. Все, максималочка. 51 тысяча дамага, ребят. 39. 7 секунд кулдаун и 39 рейндж. Нифига себе. И нормально достает, пипец, очень далеко. Так, ребятки, 8-я дорожка. 3 минуты остается. 8-я дорожка открывается. Так, где она открывается? Ага. Значит, нам нужно этого чувака отсюда, наверное, снимать. Либо ставить еще одного вот здесь. Вот тут ставим и сразу делаем ему апгрейд, чтобы он везде доставал. Летающие, ребята, летающие. Нет, не канает. Летающие не канают. Он летающих не завалит. Ставим Годжо. Короче, снимаем. Пусть стоит, ставим еще дополнительно Годжо вот так вот. Да, реально, смотрите. Гибридного нужно поставить. Что-то я провтыкал. Чуть не пролетели, ребят. Так, и тут летающие пошли. О май гад. И сейчас тут летающие пойдут. Так, Годжо с ним. Тут еще идут летающие. Ребята, что делать? Что делать? Ставим, короче, вот так вот. Попробуем на вот этих чуваках выгрести. Блин, ребята. Я провтыкал. Тут тоже летающие. Нужно гибридов ставить. А где взять столько гибридов? Офигеть. Это ж нереально. Все, деньги все ушли. Так, Годжо тут валит. Тут гибриды идут. Точнее, летающие тут тоже идут. Годжо тут будет справляться, я думаю. Так, тут стоит у нас, получается... А, давай, вали его, пожалуйста. Нет. Все, фух. Офигеть, ребята. Тут он справляется, а Годжо тут может не справляться. Нужно его апгрейдить сразу. 22 тысячи вот так вот делаем ему. Офигеть. Фух. Тут получается, хорошо, что я Годжо поставил, ребята. Хорошо, что я поставил. Да, вы, ребят, прикиньте, это изи. Это изи мод. Блин, смотрите, какие они жирные. Вали, братанчик, вали их. Пожалуйста, вали, потому что я сейчас офигею. Так, а ну-ка, еще одного сможем поставить? Нет, нельзя больше. Я максимум уже поставил. Блин, это жесть. Пожалуйста, минута осталась, ребята. Пожалуйста, минута. Я вас очень прошу, только не сливайтесь. Я вас очень прошу. Если оно сольется, это будет просто провал. Ребята, 20 минут. 57 секунд. Блин, вот эта движуха пошла. Не, наверное, одному будет вообще пипец как тяжело. Так, давайте ставим. Ладно, ставим других, чтобы он не мешали ему. Ребята, ставим еще. Вот так вот ставим. Почему я не могу поставить? Вот. Ставим других, ребята, ставим других. Все, больше не могу его поставить. Чтобы он только летающих фигачил. Этот будет ему помогать, а он будет летающих фигачить. Так, что у нас здесь? Ой, что-то там пошло жестко. 7 секунд, ребята, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, что за фигня? Я подержался 30 минут. А, новая волна? Что, серьезно? Зачем? 15-я, получается, новая, это самая дорожка. Это кто идет? Сейчас какой-то босс отсюда выйдет. Вы что, серьезно? Блин. Так, откуда снять? Подождите, откуда снять? Мне нечего снимать. Вот этого братана нужно апгрейд ему делать, ребята. Ну, я надеюсь, Годжо завалит. Так, а кто отсюда идет? Я не понял, где он? А, нужно всех добить, получается, что ли? Нужно всех добить, ребята? Это как? Что за фигня? Давайте заканчивать. Я уже продержался, не хочу больше здесь сидеть. Отпустите меня, пожалуйста. Так, наблюдаем, ребята, наблюдаем. Наблюдаем за вот этой его дорожкой. Так, тут у нас вроде тишина уже. Все, наверное, отсюда уже можно его снимать. Так, там что у нас? Тут у нас тоже все чисто. Так, наверное, все-таки снимаем, ребята. Давайте мы его снимаем. Вот так вот. И ставим вот сюда. Что-то тут, короче, опасно как-то. Либо вот сюда ставим, подождите. Хотя тут тоже все зачистили, ребята. Так, тут сейчас кто-то будет идти или нет? А ну-ка, на всякий случай, ребята, ставим. Я не знаю, что тут можно ожидать, поэтому ставим. Отсюда еще никто не выходил до сих пор. Наверное, босс будет выходить. Так, один моб остался. Где он? Вот он. Сейчас его снесут. А, все, нет. Фух. Пронесло. 400 гемов. Magic Mirror дали 5 штук. А, это звезда, ребята. Это звезда, прикиньте. Так, ну, я немножко попотел, ребята. Ребята, я попотел. Это в соло проходка изичного режима. А на обычном, на каком-то difficulty посложнее. Это же вообще будет пипец. Это у нас, получается, дальше нормал идет, потом хард, а потом Nightmare. Так, окей, ребята, с этим мы разобрались. Как зарабатываются, скажите мне, как зарабатываются звезды? Где их брать? Вообще непонятно. Одна звезда, 249. 5 звезд, 999. Ну, ребята, ну, что-то мне кажется, что игрушка превращается немножко в донатную помоечку какую-то. Если эти звезды нельзя заработать, то это по-другому я не назову. Мне это не сильно нравится, на самом деле. Мне даже это вообще не нравится, я хочу вам сказать. Звезды нигде нельзя достать, и непонятно, где они достаются. А, ребята, мне подписчики подсказали, я спросил в нашем телеграм-канале, где брать
собрать звезды. Подписчики говорят, что только в Nightmare режиме звезды даются. Офигеть, прикиньте. А теперь получают эксклюзивных юнитов нельзя будет получать за гемы? А тогда нафиг гемы нужны? Только за звезды, что ли? Блин, вот это, конечно, печально они сделали, если честно. Прям очень печально. Нафиг тогда мне столько гемасов? Что я с этими гемасами буду делать? Это же невозможно, ребята, 0.10%. Shadow Dragon, это же вообще будет невозможно выбить. И за сколько его будут продавать? Пипец, конечно. Ну, ребят, короче, вот такая вот обнова, не знаю, напишите свое мнение в комментариях. Мне, если честно, не очень нравится идея со звездами, ну, как-то так сделали. Вообще нереально. Тут хоть можно было гемы нафармить, теперь гемы, то, что ты фармишь, на эксклюзивах даже тебе не хватит. Ну, такое, конечно. Как так, что пойду проходить Nightmare режим, а что делать? Вам, ребят, как всегда, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайкосик. Меня зовут Фанрик, желаю вам хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!